И выключу, сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Чего делать не надо? Это быстро! Надо выключить. Нет! Да. Нет! На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет! И не кричи, пожалуйста. Устала! Не кричи. Не выключу. Значит, я выключу. Мам! Значит, я сейчас выключу. Мам, я хочу тут много почитать. Не выключить. Мама, я хочу... Не выключить. Я хочу почитать и все, я выключу. Мама, зачем? Вот тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, ты прислушай. Какая же ты дура. Пошла ты на дура, чтоб ты сдохла. Хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Ти ж... Дурацьке йому правило! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Котором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише! Заткнись! Чого я? Научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать все силы. Мам, все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Поки у нас цю неділю комп'ютерного телека не буде.